У мужа есть российское водительское удостоверение. Можно ли по нему работать в Uber или с ними не возьмут на работу? Спасибо огромное за ответы. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Только что я вам зачитал вопросы одного из своих подписчиков. И сейчас буду на них отвечать. И последний вопрос. У мужа есть российские... водительское удостоверение, сможет ли он работать в Uber? Или с ними не возьмут на работу? Да, с ними не возьмут на работу. Как я уже сказал выше и раньше, что у нас был влог на эту тему. В принципе, про заселение мы тоже рассказывали. Поройтесь в глубину канала, там есть один влог, который мы именно посвятили вот процессу заселения. Может быть, я даже в видео, смотрите, внизу под видео, в описании, смотрите, я постараюсь сделать ссылочки на то и на то. Так вот, не возьмут по той простой причине, что нужен год водительского опыта, или, как здесь говорится, экспириенса с местными правами. За лифт я точно не знаю, но, скорее всего, тоже не возьмут. Вот, поэтому по приезду... Не бойтесь, там ничего страшного нет, можно сдавать на русском языке. Опять же, в каком-то влоге я там популярно рассказывал, как сдается устный экзамен, практический экзамен. Книжечку вы можете эту в интернете уже открыть сегодня и сейчас, так сказать, у себя. Она открывается без всяких проблем, начать ее учить. За себя расскажу, что я боялся тоже сдавать. Вот, немножко стыкотно было. Вот, но тем не менее, я почитал эту книжечку, пошел сдавать и с первого раза завалил. Там, по-моему, мне не хватило 3 вопросов правильных ответов или как-то, ну, что-то в этом роде. Вот, в общем, я понял, что я невнимательно ее читал, потому что я увидел тот вопрос, я понял, что я помнил, что я о нем читал, но я не помнил ответ. И из-за того, что не совсем корректный перевод на русский язык, и даже если вы будете на английском сдавать, если английский у вас не second language, то есть вы не обладаете им как вторым языком, очень сложно ответить, потому что вопросы такие с подковыркой, типа, вы должны остановиться, а, это как по-русски говорится, как поставить препинание, типа, нельзя убить помиловать, нельзя убить... Или убить, помиловать, что-то вот такое, да? Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Убить нельзя помиловать. Или убить нельзя помиловать. Да, вот так вот, как поставить запятую. То есть, такие закавыки бывают. Поэтому очень внимательно отнеситесь. Если вы внимательно прочитаете эту книжку, вы сдадите эту часть очень легко. И если у вас есть опыт вождения, вы точно так же легко сдадите вождение. Но тут надо тоже быть очень аккуратным. Первое, что советуют все, что советовал мне друг и что советуют в других влогах. Надо вот так вот постоянно крутить головой. Не просто в зеркало посмотреть, а посмотреть в зеркало и потом еще через плечо. В Америке это любят, американские инструкторы это любят. И если вы не крутите головой, они напишут, что вы были невнимательны. Первое. Второе, надо очень четко ехать по знакам. Почему я первый раз не сдал вождение? Потому что я, ну, мне друг сказал, что ты должен показать, что ты уверенный, туда-сюда, пятое, десятое. И я такой расслабился, я показывал, какой я уверенный. И там, где стоял знак 35 ограничения, я ехал 25-30. И она мне написала, значит, эта инструкторша, что я ехал очень медленно. Не соблюдал знаки дорожного движения. Вот, то есть... Как бы помеху создавал тем, что медленно еду. Вот такие дела. Так, мне написано, что в среду я могу с 10 стоять красивые места. А сейчас еще без 10. Мне как бы надо покататься, пока я не вижу, где стать. Вот, поэтому по правам проблем не будет. Вам надо просто очень внимательно подготовиться и аккуратно сдать. Сейчас я попробую... паркуриться здесь, если здесь можно. А, среда опять. Вот среда с 8 до 10, они все стоят. Как они стоят, не боятся, я не знаю. Поедем в другое место. Так. Но
тут есть другой вариант. Чтобы этот год не сидеть, если вы умеете водить, вы можете сдать на права и найти компанию, где требуется водитель. Скорее всего, это может быть что-то при магазине или какие-то грузоперевозки, или мувинг. То есть, ну, любые работы, которые связаны с водительством, с опытом, с умением вождения машины. Почему я вот сейчас назвал эти варианты? Потому что в Америке для того, чтобы водить трак, большую грузовую машину, там неважно, с кузовом или с верхом, не надо специальный драйвер-лайсенс. Специальный драйвер-лайсенс нужен для того, чтобы водить длинные траки, по-русскому говоря, фуры. А вот такие вот машины с буквами, с будками, типа газоны там или еще что-то, вот скажем их так назовем. Или, например, вот как в Беларуси там были большие МАЗы, грузоперевозки, но он типа две оси у него нету, ни прицепа там ничего. То такие машины можно водить с обычным водительским удостоверением. И такую работу, в принципе, я думаю, я не буду говорить несложно, но ее можно найти. И это будет хорошо. Вы годик покатаетесь, получите вот этот вот годовой экспириенс. Опять же, это будет для того хорошо, что вы узнаете дороги, вы узнаете развязки, как это все происходит. Потому что, ну, в Америке немножко специфичные развязочки, они отличаются от того, что, например, вот было в Беларуси, в Минске. Вот, и это поможет вам потом, когда вы будете ездить с пассажирами, чувствовать себя уверенно, не делать косяков, потому что за все косяки пассажиры сразу будут понижать ваш рейтинг. Так, это мне подходит, но нету места. Попробую в следующую улочку заехать. Так, 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 то, что я рассказал, вроде бы... Ну вот, вроде бы про водительское удостоверение все рассказал. Ну, получается, ответил на все вопросы. Вот. А, ну и что значит хочу сказать еще. Вы можете ездить с водительским удостоверением, с тем, который у вас есть. Опять же написано среда, блин. С 8 до 10. Ну что, надо где-то встать и подождать 10. Вы можете ездить с тем водительским удостоверением, которое у вас есть, пока не получите постоянное место проживания. То есть вы будете, скажем так, еще не резидент. Например, если вы приезжаете по турвизе вы можете находиться в Америке до 6 месяцев. И вот эти 6 месяцев вы можете ездить по вашему водительскому удостоверению, вам сдадут машину в рент и все дела, и никаких проблем не будет, никто у вас спрашивать не будет. И я думаю, что также вот до полугода, если вы вдруг не снимете жилье до полугода, вы сможете ездить вот на своем водительском удостоверении, используя свое водительское удостоверение. Видите, все идут на спорт. По той стороне, по этой стороне все подтягиваются и сейчас будут бегать по океану, там, по лестницам, по подъемам. Такая движуха прикольная идет, в общем, очень интересно. Вот. И исходя отсюда, скажем, если логически размышлять, то есть вот полгода вы сможете ездить, никто вас беспокоить не будет, но как только вы получаете свой постоянный адрес, вы становитесь резидентом, и уже если вы резидентом стали, то вы не имеете права ездить по своему российскому удостоверению. Вы уже, получается, резидент, у вас должно быть свое водительское удостоверение. Вот такой рассказ. По себе скажу, я ездил по водительскому удостоверению до почти до конца октября месяца. Это получается август, сентябрь, октябрь. Два месяца я ездил по белорусскому удостоверению. Никто меня не останавливал. Тут система такая. Просто так здесь водителей не останавливают. Здесь останавливают, если вы что-то нарушаете. Если вы едете в потоке, не соблюдаете правила, дорожного движения, не создаете аварийную обстановку,
Никто вас не будет останавливать просто так, чтобы проверить ваши документы. Поэтому можете быть спокойно, можете приехать, покупать машину и ездить по своему удостоверению. Но как только получите жилье, надо быстренько-быстренько бежать и сдавать на права. По крайней мере, надо сдать теоретическую часть. Вы сможете тогда получить так называемый перминт, который вам дает разрешение ездить без водительского удостоверения какое-то время, но с ним нельзя выезжать на фривей. Все, теперь рассказал уже все, больше добавить нечего. На этом влог буду заканчивать. Еще раз обращаюсь к вам со своим вопросом монтажера. Монтажер нам очень нужен, чтобы влоги выходили чаще. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке. New Life. It's my life». Задавайте вопросы, я буду рад на них ответить. Либо один, либо с Маришкой. И до встречи в интернете. Увидимся в новом влоге. Пока-пока. Bye-bye.